Доброе утро. Слушайте, купил позавчера вот такую ванилку. Тоже очень вкусная. Да, девочки, здесь сегодня. Здесь есть сахар, есть. Но если вы с утра будете выпивать по одному пакетику, и в течение дня не будете жрать булки, сладкое и прочее, прочее, то вот этот пакетик вам, знаете, будет как мертвому припарка. Поэтому не переживайте. Особенно, если вы еще занимаетесь спортом. Конечно, лучше пить черный кофе, это все понятно, но я не люблю такую историю. Я хочу получить удовольствие, ведь жизнь одна, кайфуйте. Сейчас, подождите, насыплю, вернусь к вам. Парень уже с спортзала идет. Какие молодцы. Ой, доброе утро. Ой, мои хорошие. Как же здесь хорошо-то. Сегодня едем на крутейший бассейн. Один из самых крутых бассейнов здесь, закрытых, платных. Сейчас вам расскажу. Я вам, кстати, не рассказал про тот бассейн, да, где мы были, Train Beach. Вход туда стоит 200 дирхам, или рассказывал, не знаю. Вход туда стоит 200 дирхам, и ты на эти дирхамы, то есть это 4000 рублей вход, ты можешь питаться. Но прям бутылка шампанского как раз и стоит 200 дирхам. То есть мы их выпили 3, еще поели, роллы, креветки. Вот, поэтому полотенце дополнительно, каждое полотенце стоит там, уже в собственности его покупаешь, 75 дирхам, это где-то 1500 рублей. Вот, мы купили 3 полотенца, то есть там, ну, так нормально потратились. Вот, и сегодня едем в мега крутой просто бассейн. И вечером у нас тусовка, мероприятие, прилетает диджей Black Coffee, вот. Я не знал такого диджея, это мне Таня о нем рассказала, и, в общем, у Тани сегодня какое-то мероприятие, точнее, я знаю, какое, у Тани сегодня важное событие в жизни, и она будет проставляться, короче. Но я не пью сегодня, все нахер, блядь. Вот он идет. Вот он идет, блядь. Спонсор алкоголиков. Спонсор алкогольных вечеров. Какую? Не такие же. Много добавлено? Да. В зал надо сходить. Нам 12 же, да, будет? Выйдем в половину? Успеем же? Даже больше. Уехать 7 минут. А, серьезно? Уже первые пловцы. Пловцы и пловчихи. Я зашел в зал перед бассейном, перед тусовочкой. Ой, девочки, мальчики. Тяжело выпивать, тренить. Но как по-другому. Тяжело просто быть красивым. Продолжаю тренировку. Встретимся уже по пути в бассейн. Короче, сегодня будет реально очень интересно. По крайней мере, мне обещали. Кстати, обратили внимание, какой вход на набережную. Тебя сегодня еще вроде бы не видели. Хотя видели, наверное. Сегодня пятница 13-е. С праздником, девочки, мальчики, с праздником. А мы поехали в бассейн. Шмотки наши, шортики всякие. Потом у нас это, дискотека. Ну, короче, я об этом уже говорил. Все, увидите, все покажу. Игорь, как настроение? Прекрасно. Мы, кстати, едем в такси. Могу вам показать обзор. Как выглядит такси в Дубае сейчас? Это абсолютно обычное такси, Lexus.
Танюша приехала уже. Вот ее точила. Красотка вообще. Одна в Дубае такого цвета. Это Бентли. Пляж называется Drift Beach. От ресепшена везут вот так вот по территории. Я так понимаю, он находится на территории отеля какого-то. Да, Игорь? Ну, не знаю. Такая красота вообще. Нет? Thank you. Ну что, вот такая вечеринка у нас здесь. На чили мы. Вот тоже стоит 200 дирхам с человека. Это 4000 рублей. В этот счет входят напитки, еда, вот. Мы пьем коктейли такие, с фруктиками. Игорь в теньке. Мы, кстати, недалеко от нас, потому что вон колесо, видите? Короче, круто. Решили пройтись до моря в бассейн. Где-то вход на море. А, вон пляж. Какой шикарный пляж. Пойдем. Блаженство. Музыка, блядь, орёт. Пойдем здесь. А, вот же, вот. Ну, как вам пляж? Как вам такая красота? Игорь, подожди, не мочи руки, ничего не мочи. Мне надо фотографировать, поснимать. Иди сюда. Иди сюда, смотри. Я не вижу вообще ничего. У меня такое ощущение, что черный экран. Идет, да, видео? Идет. Горячая. Горячая? О, а теплее, чем бассейн. Теплее, чем ванна. А там еще вот это, что-то водится. Ой, водоросли. Вон она горячая. Вообще прям горячая реально вода. Че, блядь, встал спиной? Кайф, да? Так, это очень реально странно. Вода очень теплая. У нас не такая теплая, как здесь. Очень странно. Потому что здесь идем платно. Что, за большой пить Короче, так как отменилась у нас вечеринка с диджеем в честь из-за того, что умер президент, мы сняли виллу. Вот такая вот история. Нам на четверых готовят. У нас свой теперь бассейн. Девочки. Короче, все свое. Эти отдельные. Хочу, пойдем, Игорь. Смотрите, лежачки такие. Не все, но там не топ. Мне все равно надо еще раз приедем. Я могу прилететь в августе. Давай с 10-го. Потому что мы с ним будем летать по разным. Я тоже
получили. Работаем. Пожалуйста, не говори, что мы отмечаем смерть. Он уже исправился. Вот ты зачем сейчас это говоришь? Я снимаю вообще-то. Ты зачем это сейчас говоришь? Мы отмечаем смерть. Ну я неправильно выразился. Ну я же не про это. Ну я же имел в виду-то не это. Не то, что мы отмечаем смерть, а просто как бы поминаем. Поминаем. Че такие они? Смотрите, ворона, блядь, прилетела. Грызет эту апельсинку из наших коктейлей. Да, иду. Иду. Зайди, охуенно. Сними YouTube, это пиздец. Ого. Девочки, сегодня будут точно танцы. Там гардеробная даже. Катрин, ты в туалете, да? О, душ. Красота, да, какая? Вообще просто бомба вообще. Этим не воспользуешься 100%, да? Не знаю, не факт. Как пойдет. Смотрите. Смотри, какая там красота. Присаживайтесь, что вы, блядь, ходите? Уже сгорели, и так нормально. Скажи огонь, да? Пушка вообще пушечная. Твою Тань, давай. За твой паспорт. За тебя. I love you, I need you, I want you. Таня, красотка. Девчонки фотографируются, девочки фоткаются. Вот она, лакшери жизнь. Дубай — это 100% мое. Игорь, уйди в тени живот. Там и храбры. Что они делают, я не могу понять. Я просто, ну, поэтому и начал снимать. Он открывает рот, а это что-то просит. Ты малыш, что ли, или что, я не могу понять. Где они кормят, или что, я не могу понять. Ого, видели, червяка какого-то нашел он? Или не казалось? Кормилец. Делятся. Все, мы сегодня поели. Давайте выпьем за любовь. Че сидим-то скучаем? Катрин. Катрин. Ну ты выпить хочешь, нет, с нами? Или ты нам не друг? Все, снимаешь. А я не в той позиции. Снимальчик наш. Снимальчик. Сними меня, фотограф, сними, да. Ворон даже к нам прилетел, понимаете? Сними меня. Жарким огнем, да. Ночью и днем. Та-ра-та-та. Делай вещи, пожалуйста. Короче. Че? Мы сейчас идем смотреть клип. Ну, если разберемся, конечно. Господи, смотрите, какие у нас питоняшки.
Самая крутая фитоняшка Дубая. Ну-ка покажи. Вау, твою мать. Я за тобой хоть на край земли. Я за тобой, только позови. Вообще ты у меня в Ютубе сейчас. Мне похуй. Скажи, привет, мои подписчики. Иди нахуй, подписчики. Ты чё, блядь, смысл что? Я ну, блядь. Снимай. Давай я тебя сниму. Мой аккаунт такой-то, а мой... Ты молодец, ты молодец. Ты какая бриллиантовая, вся блестишь. Просто Бритни Спирс. Жопа, нет, единственное достижение. Бритни, Бритни Спирс. Я за тобой хоть на край земли. Я за тобой, только позови. Давай выпьем. Ну хватит уже, ну что такое ты? Yes. Yes, it's of course. Снимаешь меня опять, да? И давай с тобой тоже выпьем, нет? С тобой тоже давай выпьем, нет? Давай, котик. Угу. Котик-бармотик. Все за тебя. Ой. Про запись, закаты. Тебя кто-то за поцеловал давно. Ага. И поцеловали, и не стерли. Сотри, пожалуйста. Давай. Тут губами. Сотри губами. Он стирается губами. Мне один раз сказала... Как это ведьма сказала, что только принцесса может стереть, стереть губами. Стареть. И при этом она будет стареть. Конечно, а у нее есть, что не видно что ли? Она же ядовитая, блядь. Кобра, она кобра. Анаконда, блядь. Семенной. Давайте, пишите, Семенович. Ребят, ну что вы, блядь, не можете Семенович набрать? Мы пытаемся набрать клип в Ютубе, где снималась Таня наша. Где я делал этот тоже этот клип? Где я тоже... О, Анька. Анька. Семенович, моя любовь. Моя любовь. Давайте. Отойди, пожалуйста. Подожди, нам поим. Вот, нет, назад. Вот это ёлка? Да. Давай. Нажимай. Сейчас, подожди. Как называлось оно по имени? Хочешь ты Нет. 20... Кстати, 22-го мы, Игорь, идем с тобой на премьеру клипа. Хочу. Со Славой. Хочу уже, не звал. Нет. Этот, да, хочу, но только это не то. Дальше, клип ищи. Why not? Все. Нажми на хочу. Это клип или нет? Мне кажется, это не клип. Нет, мы будем one more. Это не клип, Игорь. One more, Why not? Игорь, отключай. Это не то. Can you bring for me Prosecco, please? We don't have Prosecco. We don't do Prosecco by the glass. Why? I need a glass, I need a bottle. One bottle Prosecco. Which one? А как это будет писать? Игорь, напиши Семенович, хочешь. Семенович, хочешь. Мы просто ищем клип, где снималась Таня. Мой, секо. Говорит глаз только. Only мой, yeah? Like, we have other champagne if you want to. Мой, это окей. Like, the same one, right? Okay. Yeah. Хочешь меня зачитать? Can you, sorry? Yeah. They have the brute one. Sorry, which one? The brute one. Это? Стоп, хочу. Да, Игорь, стоп. Это Аня. Вот Таня. А где Таня? Погромче, Игорь. Громче! Вот она, Танечка и Анечка. Я
Какая молодец. Все понимаю. Может, шампанское? Разбивайся, ложись, раз пришел. Вот именно. Раз пришел. Вот наш Макс, давай. Давай, давай, давай. Смотри, у них что там.